Сегодня в Магнитогорск с рабочим визитом приедет Игорь Манылов, заместитель министра экономического развития России. Он посмотрит, как действуют многофункциональные центры, опыт работы которых, возможно, будут перенимать и другие города страны. Финал 9-го конкурса «Жемчужина-2010» пройдет сегодня во Дворце металлургов имени Орджоникидзе. На сцену выйдут 14 красавиц, которым удалось пройти отборочные туры. Тема нынешнего конкурса – «Неоконченный урок» в честь года учителя. Сегодня наши хоккеисты проведут последний матч перед Олимпиадой в Ванкувере и последний домашний перед играми на вылет с екатеринбургским автомобилистом. Сейчас «Металлург» занимает второе место в Восточной конференции. Лучшие сноубордисты России соберутся сегодня на озере Банное. Стартует ставший уже традиционным трехдневный фестиваль зимнего экстрима «БГВ-фест» или «Большие гонки». В его рамках пройдет первенство России по сноуборду и этап Кубка Европы по прыжкам и акробатическим трюкам на специально оборудованной трассе. Сегодня синоптики обещают в Екатеринбурге 14-16 со знаком минус, в Челябинске 13-15 ниже нуля. В Магнитогорске переменная облачность без осадков, минус 13-15. В Першампинуазе 11-13 со знаком минус. В Кизильском 12-14 мороза. В Верхнеуральске 14-16 ниже нуля.